Как-то красиво. Так. Там у нас половинка луны видна. Тут у нас на тростнике не понять что. Ночью небольшой минус, днем небольшой плюс. И туман был. Сегодня вот над горами, там над деревьями туман есть. А так без тумана. И красиво, 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 красиво. Утки крякают опять же. Вот смотрите, гора. А там наверху уже вовсю лыжи. Герлицын курорт, наверху уже подъемники работают, народ катается вовсю. Здесь у нас, ну, сами видите, тут у нас утки. Утки! Совсем обнаглели, уткины. Вообще обнаглели уже. Вообще ничего не боятся. Вот, а я только что работал. Они мне каждый день обеспечивают фронт работ. Утки. А работал я вот этой метелкой. Угадайте, что я подметал. Ну да, там немножко вот осталось еще. То есть они загаживают просто равномерно. Да, вот так ходят. Они все выбираются, тут сушатся. У них тут тусовка какая-то. Они тут общаются друг с другом. Короче, весело у них тут. И, естественно, где стоят, там и в туалет ходят. А папа потом с метелкой, да? Все, поели. Шеи-то у вас какие толстые стали. Вот смотри, они как это обросли-то к зиме. Уже не узнать вас. Ну, зимовать тут будут, улетать не будут. Они зимуют, если вода не замерзает, они зимуют. А вода, похоже, замерзать не будет. Ну что, деловой какой. Смотри, селезень какой, а, наглый. Так, ну что, всех покормил, все, поснимал, показал. О, утка на посадку пошла. Вот так, отлично. Еще одна. Ших. Ладно, может и мне сходить пообедать, что ли. Запечь какую-нибудь там семгу. Вот пишут в комментариях, вот, ребят, вот что, вот комментарий какой-то живодерский юмор, вот это, вот, лебедя там в духовку, утку там, вот сколько в духовку, всем в духовку, вы что, голодные, что ли, вы не кормят, что ли, вас, вот, больше есть нечего. Я такой юмор вообще не одобряю, вот комментарий с подобным юмором просто удаляется, а самый живодерский просто автор уходит в бан. Немножко головой-то думайте. Да, красиво, конечно. Ладно. Пойду, пожалуй.